22 августа – День воздушно-десантных войск. И у ВДВшников, как принято их называть в быту, есть в нашем районе необычная, но очень правильная традиция – дарить добро. Вот уже несколько лет «Голубые береты» привозят детям Северского реабилитационного центра пособия для занятий, мебель, игрушки и игровое оборудование для малышей. 4 года назад это началось, то есть такая идея, я где-то подсмотрел ВКонтакте, врать не буду. Вот, связался с Натальей Николаевной, вышел на этот центр, закинул клич ребятам по Северскому району организовать такое некое движение, ну, общественное, да, именно десантников, именно поломать стереотипы, что ВДВ – это пьяные фонтаны, бутылки об голову. Все это время десантники активно участвуют в жизни Северского реабилитационного центра, всегда готовы оказать поддержку и помощь. Я лично от себя, от коллектива хочу выразить большую благодарность за поддержку, то, что они нас в беде не бросают, как говорится, всегда они, мы чувствуем их плечо, они всегда рядом с нами, готовы помочь нам в любой ситуации, оказывать посильную помощь. Большое спасибо, низкий поклон. Дарить добро и радость, своим примером показывая подрастающему поколению, как надо жить, поистине правильные поступки настоящих мужчин в голубых беретах.